Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Free Play. 7 сервер, у них здесь Кирилл Путбуль. И сегодня у нас будет серичка по казино, короче. Я зашел рано утром, поэтому сейчас будет серичка по казино. Так, 10 тысяч кидает, мы выигрываем 10 тысяч, короче. Андрей Морпев, привет тебе. Даиф Петердилит. Привет тебе тоже. И тут у нас еще Димка Флорес, привет тебе тоже. Так, 30 тысяч выиграли. Все нормально. 30 тысяч подняли уже. Точнее, 40 тысяч подняли уже. Так, снова 10 тысяч. Ну, 10 тысяч я слил, в принципе. Это логично. 200 тысяч. Ну, давайте кидаем ему 200 тысяч, я думаю. Так, проиграл. Давайте на 200 тысяч кинем, я думаю. 100 тысяч, окей, давай на 100 тысяч. 100 тысяч кидаем, ничья. Так, 100 тысяч, я выиграл. Заебись, просто заебись. Чувак кричит 14 тысяч по банк. Ну давайте сыграем. 14 тысяч, ну я сейчас проебу. Ну я так и думал, в принципе. Так, 20 тысяч, проебал. Что-то в минус уже начинаю уходить. Хуёвая тема. Но я пока в плюсе все равно. Так, много людей уже пришло. Ну давай. 32. Ну, ладно, не успел я. Видите, он анимки юзает, сука, багаюзер ебучий. Я по-честному играю, мне вообще похуй. Проебал, ну похуй вообще. Я пока что в плюсе все равно. Ну, мне по 1000, но чувак кидает, у меня единица выпала. Ну, такое, конечно. По 1000 играть, блин, это бред полный, конечно. Так, 20 тысяч, ничья. Так, 20 тысяч, проебал. Давай на сотку. Пиздец. Я просто в шоке. 8 тысяч, проебал. Вообще какая-то хуйня, блин, просто несколько на большую ставку даже сыграть. Потому что утро, онлайн сейчас 55 человек, сами понимаете. Так, 30 тысяч, давай. Отказался. Но они крысят, походу. Так, 11 тысяч. Выиграл. О, 119 тысяч. Ничья. Так, 119 тысяч. Проебал. Ничья обратно. Что-то мне не нравится, что ничья выбивается постоянно. Такое себе. Так, давайте. Есть, выиграл. Заебись. Ну что ж, пацаны, я поднял немножко денег вообще. Сколько у тебя денег? 3,7 у меня. У меня 3,7 денег. Блин, чувак обманывает просто, я не люблю. Он говорит, типа, я подписчик, я с 6 утра играю, жду тебя на сервере. Хотя, блин, ну, мне в это очень трудно вериться. Что он меня с 6 утра ждал, я просто случайно зашел, потому что я сейчас не часто играю, потому что я болею. Кто знает, тот поймет, короче. Я говорил в сериях, что я болею сейчас сильно, поэтому вот такие вот дела. Говорит, что типа дома по 100 тысяч. Ну иди. Они 1 миллион стоят, а не 100 тысяч. Ну так ебать, 1 миллион они стоят. Ну. Ну 1 миллион. Я же говорил. Тут нету домов по 100 тысяч вообще. Как бы. Есть только по 500 тысяч. Бля, как мне бесит такие подписчики, какие в казино приходят, потом же этот подписчик, верни деньги. Дай денег, я верну, поднимусь. Такой бред просто, ну пиздец. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Мне то не жалко, блядь, но нахуя в казино приходить, вот и поэтому, сука, я не люблю с подписчиками играть, потому что постоянно такая хуйня. Я что, блядь, пришел в казино, блядь, шоу ушел. Спасибо, Говказик, блядь, такой бред просто, пиздец. Серьезно, мне то не жалко, но, блядь, просто принцип, нахуя ты приходишь в казино, если ты солешь, потом, блядь, просить деньги обратно.
что тебе их вернули. Такой бред. Так, все, я подвез его, короче, до казино. Пусть идет, играет. Удачи. Стой, чё? А ты, я уже не буду играть в казино. Я уже не хочу в казино играть. Да чё такое, ёпту налево? А, пока, давай. Говорит, типа, я должен 40 тысяч вернуть. Не знаю, мне кажется, он их не вернет. Блин, если, я не знаю, вот это идти на последние деньги в казино играть, это такой бред просто, пиздец. Ну, серьезно, блин. Я даже так в казино не хожу. На последние деньги. Ну ладно, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.